На минувшей неделе вновь напомнили о себе межрайонные очистные сооружения. В свое время этот объект доставил району немало проблем. И вновь участились жалобы жителей на неприятный запах. Ситуация с очистными, конечно, далека от той, что была 4 года назад, но щелковцы, тем не менее, ждут от властей объяснений, что происходит. В субботу Алексей Валов лично выехал на предприятие, работа которого знакома главе досконально. Убедился, что никаких нештатных ситуаций не происходило. Причина запаха природная, или точнее сезонная. Он исходит от иловых карт, уровень которых поднялся из-за дождей. Собственно, иловый осадок сюда уже давно не сбрасывают. Причина в осадках, ну и в жаре, да, помпаж идет. Соответственно, брожение идет иловых осадков, и, соответственно, выделяется газ дополнительный. Поэтому приносим извинения перед жителями, что иногда бывает порозия ветров, есть не совсем комфортная как бы обстановка экологическая. Межрайонные очистные сооружения работают еще по советскому проекту, который не предполагал такого объема жилищного и промышленного строительства, соответственно, и такого количества принимаемых стоков. Поэтому в ближайшее время здесь начнется реконструкция не отдельных участков, а всего комплекса в целом. Мне доложили, что уже проект закончен. На понедельник я заслушаю, на каком этапе. Реконструкция. Да, это находится все. И после того, как будет отпроектирована реконструкция этих очистных сооружений, в следующем году первый этап работ начнется. В рамках субботнего объезда Алексей Валов приехал к жителям дома «Центральная 26/7». В мае в квартире на втором этаже произошел пожар, а в результате стала непригодной для проживания не только она, но и та, что внизу, ее залило водой. Хозяева, семья Волковых, которые прожили в доме около 50 лет, получили временное жилье в маневренном фонде, но хотят вернуться домой и обратились к главе района с просьбой помочь им сделать ремонт. Остальные жильцы дома просто обеспокоены состоянием внутренних коммуникаций после пожара. Мы думали, что ремонт будет тут делать. Да, и мы бы сюда приехали. И мы бы сюда приехали, если бы ремонт. Он говорит, что очень много денег сюда надо. Алексей Валов объяснил, что ремонт делать бессмысленно. Дом все равно в ближайшие годы планировалось расселять. Теперь этот процесс, видимо, будет ускорен. И все жильцы, одни раньше, другие позже, получат новые квартиры. Застройщик есть, это инвестпроект ММСК, и он в 2020 году... Добьемся того, чтобы в 2020 году этот дом расселил. А те критические квартиры постараемся в этом году расселить. С опережением графика идет строительство школы в микрорайоне Солнечный. Объект на личном контроле губернатора области Андрея Воробьева. Строители рассказали главе, что сейчас продолжается бетонирование цокольного этажа. За минувшую неделю на площадке поставили башенный кран. Количество рабочих выросло до 50 человек. На данном этапе кран запущен, народ увеличен на 20 человек. До конца июля готовится установка, монтаж второго башенного крана. Мы выходим на первый этаж, и будет производиться монолитная работа по устройству первого этажа. Идем в графике с опережением. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».